счастья и доброго пути по жизни, творческих успехов в предстоящей работе желали в этот день выпускникам Тараклейского госуниверситета имени Григория Цамблак. За 3-4 года обучения будущие филологи, историки, педагоги, социальные и музыкальные работники познавали теорию и практику своей профессии. Особо отличившиеся в учебе и общественной жизни университета отметили дипломами. Днес е много важен този ден за всички нас. За шести път в Тараклийския държавен университет Григория Цамблак се чества този прекрасен ден. Ние честваме днес студентите, които приключиха своята учебна дейност в Тараклийския държавен университет Григория Цамблак. Университет успешно сотрудничает с вузами Республики Болгария. Правительство этой страны оказывает финансовую, научно-методическую помощь университету. Также выпускники на протяжении своего обучения направлялись в Болгарию для совместной практики и специализации. Ведь все зависит от вас. Вы не представляете, в каком ответственном периоде времени в вашей жизни вы сегодня находитесь. Желаю вам достойно определиться в будущем жизни. На добрый путь. Я желаю счастья вам, дорогие выпускники. Торжественное чествование выпускников сопровождалось музыкальными произведениями в исполнении будущих музыкальных работников и не только. В ТГУ всегда уделялось большое внимание возможности студентам заниматься творчеством. Любой желающий, конечно же, не в ущерб учебе, может принять участие в танцевальном коллективе при университете или в вокальном ансамбле. Получила много новых знаний, навыков, которые в будущем мне пригодятся в моей работе. Я по направлению еду в город Кагул, где буду работать в школе, в начальной школе и обучать деток. В этот день с родным университетом, сессиями и экзаменами прощались 69 дипломированных специалистов. Их научили приобретать знания и работать. Теперь им предстоит построить не только свою карьеру, но и стать полноправными членами общества.